Лекция на тему принятое снаряжение департамента. Пояс офицера состоит из двух пар магазинов с патронами, тазерган, рация, фонарь, две пары наручников, пара перчаток, телескопическая дубинка, табельное оружие ГЛОК-19, перцовый баллончик, дубинка. Огнестрельное оружие ГЛОК-19, карабин М4, дробовик. Вопросы есть по лекции? Нет. Так. В поясе офицера есть ли фонарь? Да. Нет. Нету фонаря в поясе офицера? Пешку. Да где же написано, пояс офицера состоит из рация, фонарь, тазер. Что-то послышалось. Карабин М4 есть? На поясе непосредственно? На поясе? На поясе нету. На поясе нету. Все хорошо. Лекция окончена.